Всем здорово, ребят. Ну что, добрался до компа на Тайване. Судя по всему, завтра будет обновление. Сейчас я вам прочитаю самое основное, что есть на тайванском форуме. Разберем, посмотрим. В общем, это супер-мега обновление, в кавычках, опять же. Почему? Сейчас вам расскажу. Расскажу основные пункты, которые есть. Разберем их. Такс, поехали. Два новых героя. Одну перевели как Мисс Магия, вторая Фанатик. Так, сейчас. С 10 утра будет оно. Завтра на Тайване. Так, описание. Бросание карт, наносящие урон всем вражеским целям, находящимся впереди, уменьшает скорость атаки, энергию уклонения, также восстанавливает здоровье, неуязвим к иллюзорности, бедствию, вероятности при атаке удерживать текущие цели. То есть миссы не будет. Ну, такое себе. Второй герой Фанатик. Не знаю, честно скажу, я уже даже не кайфую от выхода новых героев, я думаю, многие из вас тоже, потому что, по сути, нифига толкового это не дает. Геймплей и так убит. Наносит урон окружающим врагам, увеличивает свою скорость атаки и крита. Невосприимчив к оглушению, замораживанию, окаменению, также уклонение от урона мисс. Но... скорее всего, Фанатик будет донатным. Также добавят новый талант Святой Кубок. Увеличивает силу атаки, скорость атаки, восстанавливает здоровье при каждой атаке. То есть уже помимо того, что сила атаки и восстанавливает здоровье, он еще и увеличивает скорость атаки. Интересно. Это очень интересно будет посмотреть. Новая чарка даже будет, увеличивает здоровье во время боя, при атаке снимает энергию окружающего вражеского героя, уменьшает его силу атаки, ну, правда, с кулдауном. Не знаю, зайдет оно, не зайдет, ну, хотя, возможно, будет интересно. Это обновление будет... также на... ну уже даже, кстати, доступно, есть возможность скачать. Как-то странно очень. Сейчас посмотрим, что это такое. Какие-то АПК-шные файлы. Далее. Ну, возможно, завтра, типа, можно будет не заморачиваться. Сейчас я прочитаю. .852 это 16.04, это 1.86, это 22.04, это то, что было уже. Я вам просто не открываю, сейчас только забежал. Сейчас я вам постараюсь. Где-то у меня просто нету захват. Не есть дисплей. Так. Сделаем его удобнее вот так вот. Так. Новый талант, новый навык, два новых скина, новый интерфейс управления информацией Альянса эпохи войны. Это все, честно скажу, хрень. Оптимизация функции военного времени, регулировка предела боевой мощи, функции защиты башни. В общем, суть обновы такая же, как и всегда. Добавляют два новых героя, новый талант. В принципе, по идее, если там, смотря какое там увлечение, возможно, будет интересным, возможно, нет. Новая чарка тоже интересная. И больше нифига. По сути, они делают как обычно, они кричат везде, что они улучшают игру, но есть куча багов, куча всего, которые можно было бы уже убрать давным-давно, но, к сожалению, они этого не делают, что очень-очень печально. Также написали, я смотрю в группе, новый титулованный боевой талант. Новый титулованный боевой талант. Ну, это типа выбор будет, я так понял, зависит от вашего титула. Что-то будет он давать, там, либо деф, либо атаку. Ну, не знаю, ребят. Насчет этого напишите, что вы думаете. Как по мне, это, блядь, никакого геймплея не изменит. И так уже в игре реально дофига всего, что просто тупо не используется. Добавлено дофигища героев, со 100 героев максимум 10-15 используется от силы. Добавлена куча локаций, из них максимум процентов, ну я не знаю, локации 2-3-4. Вот я, допустим, на бездонате бегаю на арену, иногда забегаю на командные. Подземки пройденных просто пропускаешь, волны точно так же, все. Все, это все локации. Битва гильдии, атака фортов убиты, их нету смысла фармить ради тех кулаков, потому что кулаков и так дают намного больше. Все, вот и все, по сути, что в игре есть. И они добавляют еще новые. Ну, не знаю я, конечно, что на это сказать. Как по мне, это просто печаль. То есть, так, чтобы... это что-то изменило, скажем так, в игровом процессе, вернуло людей, не вернет. Да, сейчас есть возможность для бездонов получить дофига халявы, которая, по сути, ну, классная. То есть есть возможность получить донатных героев, получить карты, но люди все равно не вернутся в эту дичь. Честно скажу, я сам по чуть-чуть соскакиваю из битвы замка. Видите, что я играю там в каску. Другие игры битвы замков стало намного меньше. Я не трачу на нее столько времени, потому что тут в основном нечего снимать. Тем более, если у вас есть возможность, уходите с русского сервера на немецкий сервер, на английский сервер. Там вы хотя бы за некоторое время сделаете больше, чем вы сделали на русском сервере за пару лет. И у вас будет возможность поиграть нормальными героями. Хотя многие ребята повытаскивали и на русском сервере офигенные плюшки и героев. Ну, кто успел, а кто не успел, будут ждать очередного прокола, не знаю, то ли комьюнити, ну, локализаторов, по сути, акций на русском сервере. Ну, а так реально в игре просто делать нечего. То, что они добавили два героя, если там полгода-год назад это был кайф, ты там ждал этого. Сейчас я просто смотрю, у меня там нету пару героев, да, там на английском я даже не парюсь там за силу, не качаю ее. И как бы нормально. Добавят сейчас новых два героя, ну, опять же, ну, нормально. Я к этому как бы, ну, нейтрально отношусь. То же самое, думаю, у многих из вас. То есть многие из вас просто тупо забили на это, поэтому... то, что будет завтра обновление, по сути, просто кроме двух героев таланта этого, которые не факт, что будут нормальными, ничего в игре, по сути, не поменяется. Вот. Пишите, что вы думаете по поводу обновления. Новая локация, я уже говорил за то, что я думал, как по мне, реально говнецо полное, ничего там нового нету и не будет интересного. Ну, есть тактики, там ребята бегали, сделали, красавчики, но сидеть вот это вот, честно скажу, даже желания нету тратить кучу времени на эту локацию. Есть куча других интересных приложений и всего, ну, я думаю, это многие поняли, поэтому сами прекрасно видите, что многие люди перестали просто играть, забили. То же самое с русским сервером. Сейчас самый активный сервер, как по мне, это немецкий сервер, немецкий, английский, тут еще есть какая-то халява, там испанский и прочие итальянские, где тоже дают турецкие, много халявы, но они не настолько интересные пока, чем эти. Ну, не знаю, мне пока вот немка реально очень заходит в плане плюшек, в плане прокачек, то есть можно играть без доната, можно получить офигенные плюшки, опять же, без доната. Так. Сейчас мы... вот, сейчас я просмотрю рекламу, заберу. Может сейчас мегаимбу вытащим. Вот, поэтому не знаю, чего ожидать. Завтра посмотрим, но... Судя по всему, очередных два героя, которые просто будут валяться по лицу в инвентаре, и особо ничего не изменит. Для того, чтобы была нормальная обнова, надо изменить полностью все в игре уже. А то, что они добавляют там и рассказывают, мы изменяем, типа какие-то плюшки, еще что-то, это просто слова. По сути, менять надо много и полностью откатывать, я думаю, многие вещи, на что они, конечно же, не пойдут. В общем, такие вот дела. Пишите, что вы думаете по поводу обновы. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Залетайте на стриме с ПКСки.